Череду майских праздников завершает День предпринимателя – торжество для деловых и целеустремленных в малом и среднем бизнесе. Цель данного мероприятия – показать, что бизнес в Ивановской области есть, что он старается развиваться. Благодаря деловым мероприятиям мы стараемся наладить диалог с властью для того, чтобы у нас были гармоничные отношения и все шло, развивалась вся наша область. Власть на этот контакт идет. 12-й областной день предпринимателя открывали первые лица региона. Хвалили успешных бизнесменов, наставляли на путь истинный начинающих. И дальше любое нормальное, любое позитивное, конструктивное начинание, любой ваш проект будет нами поддержан. Поэтому многое, конечно, зависит от наших решений, но не меньше зависит и от вашей активности. Вот с активностью в области некоторые сложности. Акулы бизнеса ставили на успех тематической сессии «Территория бизнеса, территория жизни» для представителей муниципалитетов. Если в принципе каждому региону есть, я считаю, куда расти, и мы только там где-то при стартовой позиции, Ивановская область не исключение. Мы привезли по сети-брендингу, да, ну, одного из ведущих специалистов, а на мастер-класс, в общем-то, никого не осталось. Это несколько разочаровало главу Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства. Пожурил он регион и за то, что мероприятие не посетил губернатор. Наряду с компаниями покрупнее свою продукцию представляют маленькие фирмы. Эта компания занимается льном. Предприниматели уверены, что в городе текстиля их продукция будет пользоваться спросом. Стенд с льняной одеждой – один из самых красивых на выставке. Мы очень молодая компания, нам всего год. Конечно, хотелось бы и заявить о себе, и познакомиться с другими предпринимателями, получить какую-то, может быть, для себя полезную информацию. У нас представлена не только одежда, но и скатерти, и другая текстильная продукция. Постарались оформить все, чтобы было это все понятно, что мы занимаемся текстилем. На выставке можно встретить не только предпринимателей. Продвинутые ивановцы приходят сюда, чтобы ознакомиться с рынком новых товаров, обзавестись полезными знакомствами. ИП и ЧП только рады. Результат есть, люди интересуются. Кто-то давно хотел попробовать, не знал, где это найти, как это делают. Подходят люди, интересуются, мы объясняем, да, ну, обмениваемся контактами. То есть работа есть. На выставке более 100 экспонентов, 300 участников. В этом году бизнес-секретами они делятся на мастер-классах и сессиях. Для всех предпринимателей этот праздник – большой урок. Как добиться для своего микробизнеса макроуспеха. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.